обложили со всех сторон. Если ты не поторопишься, от меня и мокрого места не останется. Вот он, вот он. Козлы вонючие. Ну что, уроды, мало вам? Почему так долго, Гена? Еще бы немного, и мне крышка. Чтобы открыть ворота храма, надо одновременно нажать на два рычага. Иди в соседнюю комнату, Гена, и нажми рычаг. Двигай быстрее! Во что я, черт возьми, ввязался? Сезам, откройся! Ёкарный баба. Где это мы находимся? Это Микронезия. Микронезия? Чёрт, так как тут оказался? Здесь неподалеку есть лагерь наемников. Вон там! Они прямо перед нами! Ёкарный баба. Где это мы находимся? Это Микронезия. Микронезия? Чёрт. Да как... Гена, стой! Недалеко есть лагерь наемников. Давай их навестим.
Ну как вам это, ублюдки? Вот они, осторожнее! У нас гости! Достань их! Что это было? Что за шум? Эй, что это за звук? А, дерьмо! А, ты пожалеешь, что не сдох. Теперь ты попал! Ты в полный дерьмо! Тебе. Сейчас я до тебя доберу.
Что там творится? Здесь место! Для тебя все кончено, ублюдок! Гена, ищи карту доступа в наблюдательный пункт. Она где-то здесь. Вперед, Гена! Отлично. Теперь идем в наблюдательный пункт. Они прямо перед нами! Поехали! А, действую! Достань их! Итак, вот наш план. Отсюда я смогу взломать их систему защиты и открыть ворота в крепость. Но у нас есть проблема. Снайперы. Они просматривают периметр вокруг крепости. Так что, Гена, сначала тебе придется уничтожить всех снайперов. Иначе они не дадут тебе даже близко подойти к воротам.
Возьми снайперскую винтовку и займи удобную позицию. Вы полны сюрпризов, леди. Понял, понял. Яблочко. Вот так. Великолепно.
Точный выстрел, Гена. Аут! О, замечательно! Отличный выстрел, Гена! Прямо в яблочко! О, Гена, это было великолепно! Все снайперы уничтожены. Мне удалось разблокировать ворота крепости. Но через какое-то время сработает система защиты, и они опять заблокируются. Так что поторапливайся. Вас понял, мэм. Все чисто. Вхожу в крепость. Я уверена, что там они держат Джека. Найди его и вместе выбирайтесь оттуда. Но будь осторожен, там наемники содержат Дракена в больших камерах. Если сработает система защиты, двери камеры автоматически откроются. Выполняю, мэм. Черт, закрыто. Не волнуйся. Для этого у тебя есть я. Вот и открыто. Давайте, приятель! Так, а ты еще кто такой? Майор Геннадий Забудин, ФСБ. Джек! Джек! Ответь мне, Джек! Вэл? Это офицер русской разведки. Его позывной Гена. Он пришел, чтобы вытащить нас отсюда. Ты хочешь сказать, я должен доверять этому русскому? Сейчас нет времени обсуждать это, Джек. Сработала система блокировки дверей, так что вам придется идти к аварийному выходу. И еще одна очень плохая новость. Камеры с Трагинами разблокировались, так что будьте осторожнее. Вот дерьмо. Слушай меня внимательно, русский. Если хочешь остаться в живых, беги за мной и постарайся убивать врагов раньше, чем они убьют тебя. Понятно, что ничего не понятно. Ёкарный бабай.
И они прямо перед нами. Да-да, это типа бонзай. Прикрой меня. Давай, русский, не отставай. Джек, Гена, выбирайтесь оттуда. Скорее. Сейчас откроются камеры с трагинами. Давай, сваливай отсюда, я их задержу. А как же ты? Тебе не справиться одному. Отобьюсь уж как-нибудь, не в первый раз. Отобьешься? Ты уверен? Я уверена, что там они держат Джека. Найди его и вместе выбирайтесь оттуда. Но будь осторожен, там наемники содержат траки на больших камерах. Если сработает система защиты, двери камеры автоматически откроются. Выполняю, мэм. Я тебя вижу! Я тебя вижу! Я тебя вижу! Хочешь еще? Черт, закрыто. Не волнуйся. Для этого у тебя есть я. Вот и открыто. Это он! Что произошло?
Ты в полной заднице, приятель! Попробуй! Ты слышал? Слушай меня внимательно, русский. Если хочешь остаться в живых, беги за мной и постарайся убивать врагов раньше, чем они убьют тебя. Понятно. Что ничего не понятно. Ёкарный бабай. Ёкарный бабай. Я не прямо перед нами. Да-да, что-то типа бонзай. Прикрой меня. Камеры с трагинами. Давай,